Сначала в детстве идеализируем своих родителей, потом в каком-то там тинейджерском, пубертатном периоде наоборот думаем, что они вообще левые, ничего не понимают, мы все лучше знаем. Я вам хочу сказать, что по большому счету не важно это все, и родители это одни из вот, единиц людей на планете, с которыми любовь должна быть только безусловно. Я понимаю, что у вас у всех, возможно, есть какие-то свои моменты, я ни в коем случае не лезу к вам куда-то. Тряпку. Но я хочу, чтобы вы поняли и помнили, я думаю, что это вы понимаете, что ближе родителей никогда вот у вас не будет людей, ближе вашей семьи, ближе ваших братьев, сестер, родителей никого не будет. И придумали еще таких. Братишка, что-то интересное хочешь сказать? Короче, я всю мысль закончу на секунду. Цените своих родителей, берегите их. И что бы ни было, все равно сохраняйте эту нить, ни в коем случае не обрывайте.